Приветствую на своем канале. Сегодня распаковка очередная для автомобилистов. Товар пришел с AliExpress. Предназначен он для защиты порогов автомобиля от истираний, воздействия там ногами, еще чем-то, песком. Вот такие наклейки в 5D я заказал. Цвета там были черные. Еще 3D и 5D. В комплекте китайцы положили такую штуку, чтобы можно было их прижать, пригладить. Лопаточка такая. Может быть, она потом и для других целей может пригодиться. Ну, что-то подшпаклевать. Ну, в общем, удобная вещица. Брал я вообще на Lada Vesta, но также эти наклейки подходят для других моделей автомобилей. Продавец пишет, это Peugeot 307, Citroёn C4, Honda всякие там, Lada Vesta. В общем, длина у нее 60 сантиметров перед и 40 сантиметров зад, на заднюю дверь. Так, вот это передняя дверь. Это на заднюю дверь. Ширина полоски 7 сантиметров. То есть для большинства автомобилей подойдет, я думаю. Продавец писал, что на Lada Vesta подходит. Это наклейка. Там у него 3D, 5D, черные цвета были. И вот такие серебристо-серые. Я ссылку оставлю в описании. Смотрите, стоит недорого. Там в районе 250 рублей что-то я отдал. Честно говоря, накладки на пороге искал, но мне не понравились, которые вот наклеены, ну, приклеиваются с эмблемами Vesta, там что-то мне не понравилось, я решил вот такие взять. В общем, это углеродное волокно, очень износостойкое. Наклею с ним ролик, как это будет выглядеть на Lada Vesta. Сейчас я просто распаковал, показал. Ну все, всем пока.